Причин для паники нет. В Ульяновской области установилась неблагоприятная обстановка по заболеванию коронавирусом и сезонными респираторными инфекциями. Стабильный прирост не скрывается. В регионе в особом режиме работают ковидные госпитали, оказывающие круглосуточную скорую помощь. Однако в социальных сетях бурно обсуждается тема нехватки лекарственных препаратов и медицинского персонала. На примере Центральной клинической медико-санитарной части имени Егорова, где располагается главный ковидный госпиталь региона, такая информация не подтверждается ни с каких сторон. Во-первых, аптека по обеспечению стационара укомплектована сверх нормы, и медикаменты для больных поступают в плановом режиме. У нас достаточное количество лекарственных препаратов, которые используются для экстренной и плановой оказания медицинской помощи больных с коронавирусной инфекцией и пневмонией. И если какой-то препарат заканчивается, мы делаем заявку в ближайшее время, и в течение 2 недель идет закупка данного препарата. Во-вторых, на территории лечебного учреждения установлен кислородный газификатор на 20 тысяч тонн, из которого химический элемент О2 поступает непосредственно в палаты. Сейчас наша больница работает как общий инфекционный госпиталь. У нас нет подразделений на кардиологию, гастроэнтерологию, неврологию, как это принято в сознании населения. Сейчас у нас единый госпиталь. Все отделения занимаются лечением именно ковидных пневмоний. Соответственно, если в отделении в каком-то начинается повышенная нагрузка на персонал, соответственно, мы можем привлечь персонал из любого другого отделения. В-третьих, не подтверждается нехватка медперсонала. Еще одной критикой в адрес врачей явилось якобы отсутствие средств индивидуальной защиты. Эта информация также не получает подтверждения. При вхождении в самую опасную красную зону абсолютно весь медицинский персонал облачается в СИЗы. В реальном времени из эпицентра событий журналистам удалось пообщаться с заведующей вторым хирургическим отделением ЦК МСЧ Юлией Выборновой. Каждый день увеличивается количество пациентов, но я думаю, что это больше связано с тем, что наше амбулаторное звено, наши пациенты не обращаются на амбулаторное звено, не вызывают врача, также не соблюдают меры, которые нам прописаны администрацией. Это носить маски в общественных местах, не выходить на работу с признаками ОРВИ. В региональном Минздраве работает круглосуточный мониторинговый центр по контролю за заболеваемостью коронавирусом и оказанию экстренной медицинской помощи. Всю необходимую информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 273 07. Антон Никонов, Владимир Куликов, новости Улправда ТВ.